Всех приветствую на канале Animal History. В городе Фултон, штат Джорджия, в службу спасения животных поступил вызов, что какая-то собака застряла в заборе. Когда спасатели приехали на место, то увидели двух питбулей у проволочного ограждения. Лапа одной из собак застряла в проволоке наверху ограды, а второй пес был рядом и лаял. Как сообщается, кобель лаял в течение около 2 суток, не отходя от своей подруги, чем наконец привлек к себе внимание людей, которые и позвонили в службу спасения. Спасателей тронула такая верность. Она дали собакам клички Зевс и Афина и забрали их с собой, передав после в местный приют для животных, так как собаки, судя по всему, не имели хозяина. По словам одного из спасателей, когда первым забрали Афину и посадили в фургон, Зевс начал нервничать и громко скулить. Он так волновался, что когда его забрали, то посадили в ту же клетку, что и первую собаку. Позже люди видели, как Зевс лизал опухший палец своей подруги. По словам ветеринаров, серьезных ран у нее не оказалось. В данный момент обе собаки выставлены на усыновление в семье. Их рекомендуют забрать сразу парой. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.